Проводить выходные на свежем воздухе для многих мытищинских семей стало доброй традицией. Семья Амирханян уже несколько лет выбирает для прогулок Центральный парк культуры и отдыха. Мытищинцы признаются, летом здесь особенно интересно. Очень понравились танцы, дети там прыгали на батутах, танцевали очень весело, очень понравилось. А сейчас вот на сцене. Нам очень нравится, мы сюда постоянно ходим, постоянно здесь гуляем, играем, детям все нравится. Особенно хот-доги. Лето в Подмосковье дает возможность знакомиться с регионом и открывать для себя новые места и увлечения. Центральный парк в городе ежегодно преображается, и посещаемость его только растет. У нас праздники в парке не заканчиваются, несмотря на то, что День защиты детей был 1 июня, мы продолжаем его праздновать, и сегодня парк посвящен весь детям. У нас все локации будут работать для развлечения, как и детей. Столярная мастерская, аквагрим, прыгающие зайчики, пожарная станция и многое другое. Поучаствовать и попробовать хотелось все. Если аквагрим интересовал только юных леди, то знакомство с профессией пожарного собрал мальчишек и девчонок вместе. Проверили, какие вы сильные, нужно проверить, какие вы метки. Потому что иногда с трансбойника так надо попасть. Я такой. Елисей, молодца, молодца, Елисей. Под чутким надзором сотрудников МЧС юные спасатели соревновались в меткости, выносливости и, самое главное, учились дисциплине. Очень даже интересное мероприятие, очень полезное. Детки вовлечены. Самое главное, что им нравится. Самое важное на празднике – увлечь, раскрепостить детей и зарядить позитивными эмоциями не только их, но и родителей. Организаторам это удалось на 100%. Ты да я, да мы с тобой, ты да я, да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Андрей Колосов, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.